Ну, а там разрезать можно. Зеленый пояс, ну, сначала на полоску, на зеленый пояс, у тебя к этому времени подрастет техника, у тебя есть упорство и талант, поэтому я надеюсь, что эти качества у тебя не погаснут, и ты добьешься успеха в спорте. Спасибо. Коля, поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, чтобы ты всего добился в жизни, на тренировках. Спасибо. Оля, поздравляю тебя с днем рождения. Я хочу, чтобы ты поскорее сдал на желтой-зеленой полоской, чтобы ты расти большой, не будь лапшой. Спасибо. Оля, тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья и здоровья, чтобы ты никогда не сдавался и чтобы у тебя был большой успех в карате. Спасибо. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда был веселый, никогда не отступал от своих целей. Всего тебе наилучшего, чтобы дошел до черного пояса, учился на одни пятерки. Спасибо. Коля, сколько тебе исполнилось? 12. Поздравляю тебя с днем рождения. Расти большой, точно так же, как ты всегда стремишься достигать успеха, стремись и дальше. Не отчаивайся, не сдавайся, пусть уверенность тебя никогда не покидает. Ты классный мальчишка, и тебе уже можно бить прямые ногами в голову и вокруг своей оси сложные удары. Расти большой, будь счастлив, здоров, и пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо. С днем рождения! Ну,
Ты боялся больше, чем это как бы составляло опасность, скажем так, да? Но это сложно было так. Это было хорошо. Я...
Почему? Я тебе говорю, она не слышала. Все, правильно. Он? Нет, нет. Нет, Арина. Вы еще вместе? Нет, да. Арина. А у ведущего есть свои карточки? Да у меня тоже нет. Кто первый сказал? Так у команды две карточки.
Помните, кому-то на мягкую тарелку положили, короче, и она вниз такая шмяк, короче. Оля. С днем рождения тебя, благодарю еще раз. Так, раз, сейчас.
Лево нога зеленый кто? И не прыгнуть, она на ней стоит и не подпрыгнет. Алена выиграла. Ну тебе фартануло, это, короче, знаешь, это, то есть неупорность характера, просто подфартило не то, не так.